модное предложение дня. Каждый час они у нас меняются. В этом часе это куртка Беатрис. Конечно, мы с вами уже готовимся к осенне-зимнему сезону. И действительно, приобретая верхнюю одежду, мы хотим, во-первых, чтобы она была красивая. Во-вторых, чтобы она была теплая. В-третьих, даже если мы попадаем под дождь, влажную погоду, туманную, чтобы нам было комфортно и нигде ничего не продувало. Именно куртка Беатрис в себе сочетает все эти бонусы. Микола Комендров, наш стилист и эксперт, представляет эту коллекцию. Данное главное предложение дня у нас с вами является олицетворением классической парки. Такой, знаете, качественной финской куртки, выполненной из особого непромокающего мембранного полотна, которое пропускает дыхание вашего тела, но не пропускает влагу. Элегантная форма парки всегда имеет заниженную слонку по ягодицам для того, чтобы не поддувало. Элегантная фурнитура у нас с вами перемещена еще и с дополнительным внутренним клапаном для того, чтобы не продувало и воздух холодный не проникал. Функциональный капюшон зафиксирован у нас с вами на кулиске, и, конечно же, изделие у нас с вами не промокает, а это значит, что во влажную погоду ваша куртка останется сухой. Максимально заливая ее водой, причем смотрите, как вода начинает накапливаться на поверхности и потом просто как со стекла начинает стекать. Данное полотно просто не контактирует с водой. При этом выворачиваю данное изделие в обратную сторону и показываю, что с внутренней стороны не просочилась вода в зону подкладки. Вот оно, пожалуйста, вам убеждение в этом. Итак, дорогие мои, ну что, стоит брать, тем более выбирать сегодня стоит уже с бесплатной доставкой. 4999, супер цена. Причем сезонность данного предложения, самое что ни на есть теплое, до минус 8 сейчас будем говорить. Если оплачиваете картой, скидка 5%. Не забывайте, за эту куртку вы получите бонус. Тысячи бонус на свой бонусный счет. Мой выбор сегодня – это яркая земляника, красный цвет, клубника, вкусный, ягодный. Когда, знаете, кусочек лета вы переносите уже, да, в осенний сезон. Ну, прям классическая красная куртка такого, знаете, финского стиля, о которой мечтали в свое время. А классический оттенок для парки – оливковый цвет. Первоначально парка именно была окрашена в такой оттенок. Цвет индиго, такой серо-дымчато-синий цвет, я всегда называю его оттенок груди голубки. Темно-синий тоже очень вкусно смотрится, нейтральный оттенок, будет хорошо смотреться с красными аксессуарами. И для тех, кто обожает монохромы, для вас сегодня также представлена куртка в черном цвете. Скажи, у нас от 52 до 62 есть размерная линейка. Как правильно выбрать и на каком типе фигуры будет сидеть такая куртка? Данная куртка в первую очередь идеально подходит для нижнего типа фигуры, потому что имеет А-образный силуэт. Беру красную куртку, мы смотрим 54-й по бирке, а значит будем с вами мерить. Козырек отверного капюшона, отворачивающегося капюшона 7, полностью высота капюшона 45, по глубине к лицу и затылку 25, по высоте нашего плеча 14, по длине рукав в морозную погоду 64, по окружности рукава 22, то есть увеличен. По зоне груди у нас с вами изделие на 120 в 54-м, по бедрам в 54-м данная парка у нас с вами будет идти уже на 140. И длина изделия больше 80 сантиметров. Знаешь, изделие согревает в минус 8, в минус 15 градусов. Представляете, минус 8, минус 15. У меня сегодня подруга пишет, говорит, Лена, вы представляете, 23 августа уже осенне-зимние коллекции. Я говорю, Русь, конечно. Потому что когда наступит сезон, мы, конечно, детей собираем к первому сентября, мы готовимся. Но когда наступает сезон, конечно, мы вдруг о себе вспоминаем. Мы понимаем, какие цены магазины и то, что мы вынуждены в любом случае за любые цены уже выбирать то, что есть. Сегодня есть красивые куртки. Они безумно теплые, при этом они яркие и красивые. Ты знаешь, мне нравится, что вот такой вариант парки, а, кстати, парки сейчас, Миколок, 25-35 тысяч рублей, да? И она никак не отличается от той парки, которая будет стоить в 3 раза дороже. Да, при этом у нас с вами парка здесь утеплена, ведь классическая парка все-таки просто хлопковая, и она выполняла роль
такой легкой защиты, а здесь прям зимняя у нас хорошая с вами парка. Причем она такая осенне-зимняя, то есть с переходящим эффектом. Внутри свободный подклад, который дополнительно будет консервировать тепло, которое вырабатывает ваш организм. Внутри находится у нас с вами утепление, нейлоновое полотно, которая имеет матовую, карбоновую фактуру, это всегда дорого. И функциональный капюшон. Отдельно хочется сказать, вот мне нравится то, что он вшит. Mm-hmm. А то иногда, знаешь, отстегнешь капюшон, а потом его бегаешь по квартире ищешь, да? То есть забыл. Здесь очень удобно. При этом его можно фиксировать с помощью кулисок. Двойная реверсивная молния с двумя пулерами дает возможности расстегивать его в автомобиле снизу вверх для того, чтобы сесть. И также в транспорте, либо наоборот, застегнуть снизу, расстегнуть сверху. Мне нравится, везде карманчики. И есть у нас с вами тот самый карман, который многие уже не отшивают. Очень удобно в него положить документы и телефон. Ну, смотрите, действительно, все совершенно идеально. Реверсивная молния, то есть вам комфортно всегда, отличная длина. Длинный хороший рукав у нас дополнительно есть. Да, сегодня он такой капюшон, поэтому выбирайте. Ну, слушай, вот по ней действительно она такая плотная, увесистая, не тяжелая, но при этом, правда, ты сказал, до минус 5 даже, да, с теплой кофтой до минус 15 она нас согревает. А что согревает? Да, то есть в теплых регионах это минус 15, то есть это самостоятельная зима даже будет. А что касается именно сейчас вот ходить, от минус 8. То есть ее с нулевой погоды в прохладу. И вот моя любимая графика появляется сейчас на экранах. Сфотографируйте ее, изучайте. То есть она показывает, с одной стороны, ваше тело, которое отдает воздух, и с другой стороны, сопротивление внешних факторов. И, конечно же, утеплитель внутри в виде синдипона. Один из самых, наверное, распространенных утеплителей в мире. Самый недорогой, который дает возможность сделать цену драгоценной куртки вот в такую скромную сумму. Итак, любимые, еще раз напоминаю, у нас бесплатная доставка, не промокает, даже если влажная погода, даже если дождь или мокрый снег на улице. Выбирайте, ходите гуляйте, приходите на работу красивой, получайте удовольствие сегодня. И еще раз напомню, что 1000 бонусов на свой бонусный счет вы получите, сделав покупку нашей куртки «Беатрис». Это главное предложение дня на долгие годы. Специально для вас эта куртка. Ну и знаешь, мне очень нравится, что она комфортная. То есть я в ней совершенно комфортно, уютно себя чувствую. Поэтому парка занимает большие почетные места в хит-парадах, как самое универсальное базовое изделие. Если вы давно хотели купить куртку на долгие годы, то выбирайте в пользу парки. Красный, индиго, зеленый, синий на нашем манекене. У меня рядом со мной еще есть черный цвет. Выбирайте для себя то уникальное предложение, которое вы хотите. Самое тепленькое, самое уютное. We'll be right back.